Эй, друг, а ты уже подписался на мой второй канал, где я каждый день провожу стримы? Если еще нет, тогда ссылочка в описании. Буду рад тебя видеть. Всем здорово, народ! С вами, как всегда, Юра Четани. И сегодня у нас новый танковый патруль в Барика Рикс. Привет всем, дорогие друзья! Так, у нас тут 90-ик просто с мега длинным и огромным дрыном. Это что за переросток у тебя? Я не знаю, дружище, я просто много ел морковки. Ни хера себе, мне кажется, тебе морковку ты не только ел, тебе и сували куда не надо. А ты куда поехал, а? Ты куда поехал? Я, короче, на вызов. У меня все-таки этот пожарная, как. Что, не видишь, что ли? Да, ребята, в общем, сегодня танк должен остановить большие машины, поэтому мы приступаем. Давайте сядем за наш замечательный 90-ик, посмотрим, протестим его. Как он вообще? Он ни хера не быстрый, чувак. Ну, нормально, это хорошо, потому что я тоже не быстрый. В принципе, ребята, мы как-то обещали снять патруль ночью, но так как ночью прям вообще зашкварно темно, мы решили сделать закат. Эй! Ой! Слышь! Прям в жопе прилетело прям. Да хорош тебе. Антоха летит просто. У-ху. Не, кстати, я пошутил, что он не очень быстрый. Он довольно-таки быстрый, чувак. Так, а я очень медленный, довольно-таки медленный. И прям вообще пипец медленный. Ну, значит, тебе капут, братишка. Сейчас я буду тебе просто насовывать, как говорится. Ран, Вася, ран. Ой, какого хера у меня просто колесо отлетело. Эй, не, это нечестно. У меня просто отвалилось колесо. Да. Так. Ну, у тебя автобус, что с ним еще сделать-то? Конечно, отвалится. О, ты, привет, ты здесь, брат. Что ли? Твою я мать! Я здесь, брат. У меня мега броня. У меня мега броня. Так, а где мой барабан? Где мой барабан-то? Барабан. Играй на барабане, вали отсюда. 90-ки должен быть барабан, чуваки. Эй! У меня, да конечно... чё он? Он ни хера его не разрушает, чувак. Ааа, гони твою мать! Давай! Эй, хорош! Я просто уже раз 50 по тебе попал, чувак. Так, тихо. О-о-о! Конечно, то, что жопа толстая, это спасает меня немного. Но что-то мне не нравится это нифига. Такое себе. Да ладно, жопа, я даже в бок тебя не пробиваю. Охренеть просто, ты посмотри. Не, ну отваливаются детали, но не сразу. О, уже пошла, уже колеса полетели. Это сложно, он даже не поворачивает, ты понимаешь? Я понимаю, чувак. Отвали от меня, садист. Ты сильно-то не торопись. Все, я вызываю подмогу. Ты куда так разогнался-то быстро, а? В смысле разогнался? Где ты скорость видишь? Ну, я не знаю, ты отрываешься от меня, я не могу догнать тебя уже. А хочешь прикол? Я, кажется, еду-то на одном колесе слева. Да ладно. Да-да-да. Пошел ты. Да ладно, это просто избиение, знаешь, бомжа какого-то, который ничего не может тебе сделать. Ну это так и есть, чувак. Да твою мать! У тебя просто по всему городу уже детальки. Вот это я понимаю, танковый патруль. Это издевательство над всеми. Оба, тихо. Да в каждом повороте уже мои детальки. Да-да-да. Давай, ну, ломай дома. Только ты начал отрываться почему-то. Ты стал легче, что ли? Кстати, да. Походу, да. Так, а ты где? А, вон он где. Он все меня преследует. Никак не угомонится. Ай-яй-яй. Эй, это было рядом. Это было рядом, да. Блин, какого хрена? Я не могу тебя догнать, чувак, уже. Не надо меня догонять. Давай, четвертую. Уже столько деталек у тебя. Тебе только перевернуться и все. Нихера ты там дрифтом залетаешь! Да, я тут вообще танк. Патруль, мать. Ой, попал! Попал-то попал. Главное, чтобы не попал в меня, походу. Да, я уже думаю, надо, короче, тебя как-то обгонять и в бошку тебе бить. В бошку бить, не надо. Чтобы тебя, так сказать, вырубить, и все будет вообще отлично. На самом деле, здесь, короче, можно сзади попасть прям по прямой и в кабину залетит. Там просто дырень такая на весь корпус. Да ты че? Да-да-да-да. Ну, значит, надо попасть туда, только надо тебя догнать для начала. А ты у меня ушуршал вообще нормально. Я стараюсь мансовать по улицам, но что-то, блин, сложно это делать все равно. Ты тут еще выкидываешь свои запчасти, я от них спотыкаюсь. Нормально, это хорошо. Так, вон ты где, да твою мать, дрифт, танк. Я на дрифте, да. На дрифте. Эй, ну подожди, мне чтобы зайти в поворот, надо сбрасывать скорость до 20 км в час. Да ладно. Это вообще трындец. А я вообще не притормаживаю даже почти. Так.
Ой-ой-ой. На о, светомузыка пошла нормально. У меня тут синие маячки, оказывается, все клево. А ты блин, где а у меня один маячок, и он вообще даже не выключается и не включается, и ничего с ним не происходит. А где ты? Не, а где ты? Мне не нравится то, что я тебя не вижу. Я в городе, чё, где... А! На! Твою мать! Ты меня дрыном убил, даже не стрельнув! Я тебя дрыном, чувак, зарезал просто. Заколол просто. Ты видал, вот это остановочка, ребята. Охренеть. Это просто боженька. Боженька был на 13.90, ребята. Слушай, это вообще неожиданный поворот событий. Вообще неожиданный. Посмотрите, дрын отломался, короче. И я просто им заколол Юрыча. Друзья, это заслуживает лайка 100%. Так, ой, ладно. Бля. Хоть вы меня и остановили, но я просто так не сдаюсь. Ясно? Я вернусь за тобой. Да ты мертв уже. Куда ты меня убил бы? Я за танком пошел. Вот так, да. Ребята, продолжается наш танковый патруль. И Энтони украл с военной базы баллоны. Баллоны газовые, да. Да, баллончики. Нормально. А я, короче, своего танка заправлял просто высокооктановым топливом. Он у меня стал здоровый, мускулистый и с большим дрыном. А это у тебя блоха, я так понимаю? Да-да-да, Е-25 переросток, короче, какой-то прям. Охренеть, ребята, это переросток Е-25, а вы знаете, что Е-25 это имба машина, и поэтому, если она еще и переросток, это будет очень опасно. Я свой дрын немного укоротил, почему-то. Это каким образом? Врезался в здание. А, я понял, да. Так, а так, ладно, где? В общем, нам надо добраться до... нашей базы, чтобы скинуть весь груз, который мы натырили сегодня. У меня ты его уже раскидал, так что шибко не парься. Да? Херово дело. Так, пойди, давай я лучше Ctrl-R нажму, чтобы у тебя все нормально было. А где ты вообще? Ты только что здесь был. Где? В городе. Не, серьезно. Ой-ой-ой! Подожди, тихо. Ой, подожди. Здравствуй! Да, в смысле, ты меня не видел сразу, что ли? Нет, я только сейчас увидел, я сзади смотрел. Так, ладно, план, да план ладно. Капкан, перехват. План капкан бы. Да какого хрена? Ай, я растерял нахрен все баллоны уже. Охренеть, охренеть, что с тобой? Колесо отлетело. Я не знаю, чувак, у меня что-то как-то все через жопу. Скорость, короче, не твой конек. Тебе нужно опасно медленно перевозить свою херобору, которая у тебя там лежит. Да дай в тебя стрельну-то хоть. Да пошел ты в жопу. На тебе в жопу. Страшно, чувак, страшно. Как ты выжил? Я выжил, да. Я живучий падла. Да, точно, живучая падла, точно сказал. Иди сюда. Да какого хрена, блин, вообще, подожди, подожди, чувак. Так, ясненько. Короче, делаем по-другому тогда. Блин, что он переворачивается у меня, когда я бы поворачиваю вообще? Это жесть какая-то. Не знаю, может ли наркоман? Может быть, да. Да, чего? Пролетел просто мимо. Ой, он от страха, короче, просто... раскидывают всю свою херню. Да, да. Я просто кладу эти мины, понял? Мины. И не только мины. Эй. Виляем, 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 ребятки. Так, виляем. Ясно. Он косой, косой, косой. Отлично. Ладно. Но! Отлично, попал же, попал. Пошел ты в жопу, понял? Вот, здравствуй. Квазимода поганая. Аккуратнее, так-то вы можете навредить мне. Ты куда? Да ладно, навредить тебе мы можем. Ни хрена мы тебе не можем, ты в танке, чувак. Ой! На меня повернулось, что ли? Вот это жуткая херня, когда на тебя танк смотрит. Ну так-то да. Ты где, Квазимода? Сейчас узнаешь. Ой, я сам себя убил. Да, красавчик, это правильно, чувак. А ты где есть сам? Где-то в этом районе. Я свой... А, вон ты. Прикинь, я свой дрын сломал. Вот так надо делать. Не, херня дрын. Ты мою тачку проехал, чувак. Так я насквозь ее проехал, да, на изи. А где ты там сидишь вообще? Не знаю. Там, где сидит мехвод. Да ладно. Мне тут завезли новое оружие, чувак. Положи-ка ты его лучше.
Понял ты? Новое оружие. Новое оружие завезли. На тебе тротила в зад. Тротила вам в зад. Калаш мне в задницу. Калаш тоже засунем, когда придет. Ребята, в общем, вот такая веселенькая танковый патруль был. Оценивайте, не забывайте писать комментарии. Ну а мы продолжаем. Да. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш танковый патруль. У меня газель. И это очень даже хорошо, но она не едет. И ты поехал за фруктами. Да-да-да, за фруктами. За фруктиками, да? Ой, блин, плохо мне. О, вот я вижу эту газель контрабандистскую. Эй, нихера себе дырку ты мне сделал. В смысле, я уже попал? Ты мне тент порвал. А кто платить будет? Я даже не дострельнул до тебя, чувак. Не знаю, долетело что-то. Тебя просто это... осколками зацепило, по-моему. Не, у меня прокачанная газелька, 6-я, 7-я передача, нихера себе. Нихера у тебя там. 8-я даже есть. Да ладно, а где ты это выдаешь все, 8 передач-то? По окружной. Ой-ой-ой, я на двух колесах поехал, эй, спокуха. Где засранец этот на своей блохе какой-то еще одной не, там? Не, подожди, где ты, засранец? Ты куда уже уехал? А все, я разогнал максималочку и все, теперь мандарины спасены. Так. Мандаришки, говоришь, везешь, да? Да, мандаришки... Эй, слышь, ты где стрелял? Ты где стрелял? А тебе скажи, я же тебя ищу, значит, я тебя буду пугать, знаешь, блайндами кидать. Блайндами он кидает. Я, короче, на двух колесах тут катаюсь, а он... Эй. Так, ну где ты, засранец? Я тебя не могу найти. Уважаемый, вы где? Нас нет. А! О! 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 Точно, о, как говоришь. Блин, а что у меня колеса-то отпадают на моем танке? Я даже не знаю, что у меня за танк, чувак. Ну, похож на 62-ку. 62-ка? Да. Либо на 54-ку. Ну, что-то такое похожее, короче. Так. Блин. Ну, город, конечно, разрушенный после нашего танкового патруля. Ну, патруль сегодня безумный. Да ты твою мать! Откуда? Брат, привет, брат! Мацуй! На! Просто, знаешь, как будто вот... Дали в челюсть тебе, и ты улетел. Ты посмотри, кузов остался на колесах просто. У тебя просто кабину смело сразу же. Блин, классно в газель стрелять, чувак, я тебе реально говорю. Да, конечно. Ее уносит просто сразу же в сторону, короче, и вообще капут ей сразу становится. Да, слушай, у тебя пулемет классный, я пулемет стащил. А я, кстати, подожди, я не понял, а как пулеметом стрелять? Где? Пулемет-то как стреляет? Где ты застраивается? Я не знаю, он может не стреляет вообще. Ну он и не стреляет, походу. Подниматься поднимается, а стрелять не стреляет, смотри. Не знаю. Работаем, парень, работаем. По частям его. Ты чё, зараза? Я подожди, джампшут работает. Эй. Твою мать. Ты, по-моему, не понял, замшут. Джампшут. Замшут, ну-ка оставь танк в покое. На металлолом. Джампсут, мать его, ты куда танк погнал? Я все колеса стащил. Просто все колеса потаскал. Хорош стрелять, слышь? Короче, ребята, вот такой у нас был сегодня танковый патруль. Немного зашкварно, все равно получилось довольно-таки даже интересно. Пиши в комментариях, что думаешь, ставь лайк и не забудь подписаться на канал. Да, ребятки, всем до скорой встречи и пока-пока. До скорой встречи.